Всем привет! Партия белорусских мастеров, партия номер 96, Туллер Бержец. Cd4, dc5, gh4, ed6, b3, f7. С перестановкой ходов дебют старой партии. fg3, fg5, gf4, gh4. Вот в предыдущей партии мы смотрели, там черные ходили gf6. Так чаще всего играли gh4, ход не самый сильный, и даже авторы утверждают, что он проигрывает. Этот ход не проигрывает, но приводит к инициативной игре за белых. Чаще всего белые в этой ситуации играли АБ2. И с таким вариантом, допустим, БА5, нападали, АЖ3. После БА7 белые владеют инициативой. Но АБ2 здесь плохо, сюда нападать, АЖ3, потому что идет вот такой размен. Теперь грозит GH6. Белые грозят GH6. Значит, черные сами должны так играть. GH6. Тогда белые нападают. Размен. Идет жертва шашки и GF6. Эта позиция очень плохая. И защиты здесь у черных нет. Белые же играли здесь GF2. Тоже это продолжение ведет к инициативе у белых. Размен. CB2, CB6, размен вперед. И в партии был ход BA7. BA7 действительно проигрывает. Можно было играть, например, DE7. Если AB2, то EF6. На BC3 разменяться. HG7. И выигрыша здесь нет у белых. А после же BA7 белые могли выиграть путем DE5. И такое продолжение, допустим, BA5, размен. dc3, cb4 размен. И теперь на gf6, cd4, успевая проскочить на пункт c5. А если ab6, то ed2, не давая gf6, bc5, cd4, cb4. И размен назад с выигрышем белых. В партии белые ошиблись и пошли ab2. Это уже приводит к ничьей. Далее было gf6, bc3, de7. Можно было HG7 играть. Тут, кстати, такая интересная идея. Если белые проведут комбинацию, тогда GF6 грозит удар FE5, а вылезти сюда ничего не дает, потому что черные отыграют шашку, ничья. Вот DE7 тоже не проигрывает. Далее было CB4, разменялись. Белые проводят комбинацию. И здесь черные ошиблись, они побили сюда, а тут уже ничьи нет. А после вот такого перебоя предварительного, потом FE5, тут выигрыша нет. То есть, допустим, AB4, тогда сюда с разменом. Дамкой вниз опускаться нельзя, потому что ловится. Если подождать, тогда сюда черный вылазит. И потихонечку они везде тут продавливают и добиваются ничьей. Следующая партия, партия номер 97, Шавель Андрущенко. cd4, dc5, bc3, ed6, cb4. В партии было b5, а я хочу показать вам вариант, который показывается в примечаниях. То есть hg5, dc3, gh4, b5, fg5, gf4, d7 и сюда. Черные временно выиграли шашку. Белые ее отыгрывают, черные снова нападают. И белые снова жертвуют временно шашку за инициативу. Интересно, что я очень часто играл эту позицию белыми. И в половине случаев черные не знали, как делать ничью. Так вот, сейчас покажу, как ее делать. gf6, hg3, fe7, ab2, ed6, gh4, dc5. Вот так ничья делается. И теперь на нападение две ничьи. Обе связаны с комбинациями. Одна ничья такая. Если я побью здесь, тогда b5, ab4, cb6, пробой в дамке, ничья. А если белые бьют здесь, тогда сюда напали. Можно b3, можно сюда. Надо уходить и сюда. Вот такая комбинация. Тоже ничья. Вторая ничья более экзотическая. Ее нашли чуть позже. Это вот такой удар cd6. Если побить сюда, тогда сюда, поровну шашек, ничья.
А если побить сюда, тогда вот так еще 3 отдать и сюда побить. И эту позицию белые выиграть не могут. Если белые здесь не нападают hg7, а ходят, допустим, bc3, тогда напали, напали, размен, и после жертвы выигрыша у белых нет. И последнее продолжение ba3, тогда жертва, размен, и этот эндшпиль ничейный. Допустим, пошли, пошли, дамка сюда, допустим, этой дамка, и у белых нет хорошего продолжения. Такого хода нет, потому что черные нападают и даже выигрывают. Поэтому приходится играть так, и тогда размен 2 на 2, и простая ничья. Еще одна партия, партия номер 99, Берлинков-Белорицкий. cd4, dc5, bc3, ed6, cb4, ba5, побили, 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 побили на c5. ba5, fe5, ef4, gf6, cd2, fe7. Аб2, fg5, dc3, размен, gh4, gf4. В партии было ed2. Пишется, что этот ход проигрывает, а советуют авторы cb4. Но cb4 сразу проигрывает из-за такой вот несложной комбинации. А ход ed2 как раз спасал. de7, cb4, ef6. bc3, hg7, и здесь белые пошли gf2, сложная позиция. Тяжелая ничья после размена de3, если hg5, тогда hg3. И не страшная постановка вот такого кола, как показывает программа, ходы аб6 и аб4 ведут к ничьей. На этом все, всем спасибо, пока.